Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 272. События дня. Первое послание святого апостола Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец. То есть и это пройдет. Довериться Богу. За 9 сентября 2016 года. Очень много материала появилось в интернете о личности человека вот этого, который натворил невиданное зло, рассорил миллионы людей, миллионы. И главное слово, которое ввел, память останется, секта, секта. А что такое секта, не знает. А самый главный сектант, может быть. Сделал баранами всех, начиная от патриарха и ниже. Никто ничего не видел. Всех. До правителей всех обольстил. Но это грандиозный план был по разрушению России и православия. А оттуда все. Человек с Америки, с Израиля приехал, там всему научался. Ну, достойный того. Отделы миссионерские придумали. Ничего более пакостного нет, наверное, вообще. А дело нельзя образовать их. Это Дух Святой ведет. Вот здесь тормозните, посмотрите. Богопротивные речи главного сектоведа оскверняли все. Лжепрофессор. Враг затесавшийся. Христианство в дурном свете. Созданием, распространением злобных слухов. Злобных. Я все это испытал от него. 4 раза на меня наплывал. Сплетен, разрушительной клеветы. Липовый профессор, шарлатан. Ну, на этот народ, как гниющий труп, вот таких вот и посылают. Сергей Игнатов. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, ты как спортивный обозреватель озвучиваете немую сцену строительных работ. Интересно смотреть и слушать. Прошу Божьего благословения и вашего разрешения внести свою лепту в строительство инфраструктуры села Потеряевка. Ну, придет время, поговорим. Так, без разрешения ни в коем случае никому не разрешается. Категорически запрещается приезжать. Спаси Христос. Приглашение приехать строить дорогу, ну и еще что-нибудь полезное для православного села Потеряевка услышал. Если Бог даст и жив буду, то приеду летом 2017 года. Прошу разрешения на приезд у старосты. Мой мир, Сергей, Украина. Вот такое дело. Донецк, Украина. Видите, данные здесь, эти недруги мои. Они как бросаются, как сразу, ага, узнали, и сейчас будут его, ну, человек взрослый, разберется. Ну, я не стал ничего сокращать, вот, Игнатов, фамилия его, имейл. А они больше ничем не занимаются, трупоеды. Бросаются, терзают и начинают клеветать. Отношений нету, есть такие люди, которые действительно были близки, отошли, а куда, никуда, в мир. В мир совершенно чужие люди сделались, ничего не признают. Ну, вот такое дело Господь показал. Ну и показать, какие у нас ресурсы. В первую очередь, это мой мир, уважаемый мною. Тут можно написать вопрос, получить, задать ответ, получить. Почта. Кисти 2. Второе, это наш форум, прекрасный форум. 1592 темы только. Вот. Третье, это у нас вот, православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Все ресурсы называются «Открытым оком во свете Библии». Ну, YouTube отдельно. Только сейчас открыл. Уже 6 просмотров, 4. На Яна Златоуста просмотров нет. На Никиту.
12 самое большое. Начальство заботится о нас, наша цена бережет. 1320, это для нас много считается. Ну, во свете Библии, это наш сайт, с чего начиналась работа в интернете. Очень богатый. Подобных материалов я не видел. Добротолюбие тут насчитано 50 томов, я насчитал. 12 томов Златоуста, 12 жития, каталоги, все здесь есть, все. Все книги, ну и самое ценное, 4124 ответа на вопросы, которые мне задавали в школах, в университетах, в милиции, в воинских частях. События дня. Вчера пилили много, все это в ролике будет показано. Очищали сад от старой черемухи, территорию подводили, потому что вполне может быть, что приедут люди на какое-то время. Ну, гостиница Саманы называется, там работали. Но в сравнении с тем, как тяжело было позавчера, заканчивали, четвертый день копали картофель. Вчера-то пятница была. Сравнивать не приходится. Нормально приехал, нормально помыться, нормально поужинать. Нормально, то есть на ходу не заснул. Вот так. Это то, что события. События маленькие, но они важны для нас. Наша задача молиться, благодарящий Бога за все. Никита вернулся на пастушескую работу вчера целый день. Пас. Ну, а сегодня суббота, так совсем мало что делать придется. Для бани, для молитвы. На этой неделе предстоящий 16-го, ровно через неделю, престольный праздник. Благодарение Богу, что мы прожили. Слава Христу. Ничего больше нет. По славу Божию, аллилуйя, аминь.